Преступление было совершено в ночь на 8 марта примерно в 3 часа в центральной части Кустаная. Изначально департамент полиции Кустанайской области сообщил, что по факту конфликта между двумя 37-летними мужчинами, в результате которого один выстрелил другого из зарегистрированного ружья, начато досудебное расследование по статье убийства Уголовного кодекса Казахстана. Подозреваемый задержан и арестован. Позже, в ответ на журналистский запрос, при службе ведомства подтвердили, что подозреваемый является сотрудником полиции. Прокомментировал преступление на своей странице в Facebook и начальник департамента генерал Аймагамбетов. В Кустанае совершено преступление, которому оказался причастен полицейский рядовой программист. Считаю необходимым прокомментировать это дело. Между двумя одноклассниками произошел конфликт. Он развивался в чате, в котором состоит более 10 человек. Программисту начали поступать угрозы от одноклассника. Бекет Аймагамбетов и процитировал некоторые из угроз. Позже в сети появилась и запись голосового сообщения, якобы переданного одноклассникам полицейскому незадолго до их встречи. Духа, я, короче, с цыган толпой еду, срамала здесь, срамала, одни не двигаются. Ты захвати с собой где-то человек 30, мне кажется, 30 человек даже мало будет, потому что у нас стволы там биты, короче. Ну, сейчас подъедем. Причина конфликта в настоящее время выясняется следствием. 8 марта около 3 часов утра одноклассник, который ранее судим, в состоянии алкогольного опьянения подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику. Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел навстречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье. Необъективно оценив обстановку, услышав опять угрозы в свой адрес, он произвел выстрел, потерпевший скончался. В настоящее время полицейский арестован. Кроме обычного досудебного расследования, начато и служебное, которое проводят сотрудники Управления собственной безопасности департамента. Их ход, как сообщил начальник ведомства, взят на контроль, в том числе и на его личный. Аспан Кимжанов, Виталий Луговской, РТН.